Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Игрополка, и сегодня у нас в центре внимания настольная игра от издательства «Стиль жизни» «Морн. Страна вечной юности». Давайте начнем с подготовки к игре. Положите в центре стола игровое поле, а в четырех частях света поле в произвольном порядке расположите диски кошмаров. Поставьте фигурки кошмаров на данные диски и направьте их лицом по данной желтой стрелке. Дальше, в зависимости от выбранного уровня сложности, поверните диски определенной цифрой к данному замковому камню. Если вы выбрали простой уровень сложности, это цифра 1. Если средний уровень сложности 2, мы играем на среднем уровне, поэтому у нас все кошмары стоят на циферке 2, а сложный уровень – это циферка 3. От уровня сложности зависит, как быстро кошмары смогут вырваться на свободу. Далее, каждый игрок выбирает себе героя и берет соответствующую фигурку. В игре 7 героев, и мы располагаем фигурки на следующих локациях. Давайте я увеличу и покажу вам все локации в игре. Вот эта локация со стрелкой – это стартовая локация. Там у нас располагаются наши герои. Вот это узловая точка, их 4, и в данных узловых точках появляются враги на игровом поле, а также там мы будем получать карты предметов. Это обереги, есть гранит, золото, лен и терновник, и для того, чтобы изгнать кошмара, нам нужно собрать указанные на его диске обереги. Давайте вот здесь покажу. Указаны на его диске обереги. Принести их сюда и выложить. Чтобы выложить сюда обереги, нужно прийти вот на данный замковый камень. Их тоже 4. С данных камней мы будем перекладывать сюда обереги, а также через данные камни у нас кошмары будут прорваться на свободу. А также Морн, да, в конце игры, в финальной битве, тоже будет пытаться вырваться на свободу через эти камни. Это у нас перекрестки. Здесь появляются сокровища. И некоторые способности, например, у льва способность, она ссылается на перекресток. Что у нас осталось? Осталось у нас вот две лавки, где мы сможем менять обереги на обереги, один тип на другой тип, или обереги на карты артефактов. И вот есть еще секретный лаз, который позволяет быстро перейти с этого края вот на этот край. Верну назад. Перемешайте колоду артефактов. Возьмите тайлы встреч первого уровня, положите их в мешочек. Дальше перемешайте колоду предметов и откройте одну карту, и таким образом у вас начнется стопка излишков. Дальше возьмите 4 карты ведьм, у них такая же рубашка, как у предметов, и замешайте их в стопку предметов. Это будут так называемые события, да? Когда мы будем брать предметы, с нами может случиться определенная неприятность, скажем так. Далее, каждый игрок у нас, как я сказал, выбирает героя, всего в игре их 7. Герои, все герои имеют 3 жизни и 3 места в рюкзаке, то есть максимум игрок может нести 3 оберега. Дальше, у каждого героя есть показатели храбрости, силы и магии, у разных героев они разные. Например, у меня, ну я, самый сильный показатель у меня магия 5, а у Миши храбрость 6. И у каждого героя есть способность, которая выделяет его на фоне других героев и которая как бы определяет определенный стиль игры. Я, например, могу лечить жизни, Аня может замораживать диски кошмаров, чтобы они не вертелись, Лев может перемещать героев на любые перекрестки, а Миша может замораживать врагов. Но только способность можно применить всего 3 раза за игру, поэтому каждый игрок берет 3 соответствующих жетона, и каждый раз, применяя способность, мы будем отдавать жетон в запас и тем самым вести счет. Итак, какова цель игры? Цель игры – это на первых порах нам нужно все правильно распланировать так, чтобы изгнать как можно больше кошмаров, да, желательно вообще всех, пока не пришел Морн. Потому что, когда он придет, нам нужно будет с ним сражаться, Морноед, а не Морн. А если на поле останутся еще кошмары, то нам придется не сладко. Итак, начинаем игру. Игра проходит 2 фазы. Первая фаза героев, где мы ходим по очереди. Вторая фаза врагов, когда все игроки походили, ходят у нас враги. В фазе героев игрок совершает до 3 действий. Действия могут повторяться. Это следующие действия. Движение.
атака врага, дальше взять оберег, положить оберег, да, и об остальных действиях, да, расскажем в процессе игры. Итак, я начну игру, да, и первое свое движение вы должны совершить по стрелке. Да, то есть я не могу пойти вот сюда или вот сюда. Я иду раз, два, три. Я потратил все свои действия на движение, пришел в узловую точку. Когда вы находитесь в узловой точке, вы можете бесплатно, да, не тратя действия, взять верхнюю карту из колоды предметов или за действие взять верхнюю карту из колоды излишков. Очень даже неплохая, да, карта там, между ну, прочим. Ну вот я взял пузырек слез. Бесплатно. Бесплатно. Когда игрок совершил все свои три действия, вот на лунном календаре, да, у нас жетон находится светлой стороной на первом делении, мы передвигаем его на одно деление и бросаем один кубик компаса. Когда у нас луна светлая, бросаем один кубик компаса. Я имею в виду жетон светлый. Вот у меня выпал Е, ищем соответствующий диск кошмара и поворачиваем его. Когда он повернется вот до этой стрелки, кошмар вырвется на свободу. Ань, твой ход. Так, ну мне деваться раз, некуда, два, я совершаю три. Такие же действия и беру, да, бесплатно. Держи, очень хорошая карта, 8. Да, то есть... Паулька мне, да, досталась, теперь... восьминогая сосулька. Это на карте написано. Да. Показатель силы был 5, а увеличился на 8, то есть в сумме 13. Да, поворачиваем жетон луны. Опять он же поворачивается. Лев, твой ход. Раз, два. И что ты берешь? Он тратит свое третье действие и берет 3 оберега, указанных на... Ну, на локации, где он находится. То есть он взял три листочка, да, три льна. Так, двигаем жетон и лев на, бросай. Выпадает S, это вот этот. Нет, лев, это мой, это юг. Миша, твой ход? Ну, я, как ты и мама, иду за предметом. Раз, два, три. И тоже очень хорошие. Том древнего народа. Всем восьмерки доставили. Потому что здесь есть карты предметов, где 3, 4, да, это очень хорошие. Не забывайте, да, что нам все равно в финале придется сражаться с марноедом, поэтому свои так, показатели нужно увеличивать. Прокачивать. Да. Подожди. Мы проделали, да? Все. N, вот это. И все. И нас... Вот, когда походили все игроки, ходят враги. Фаза врагов происходит последовательно. Следующие 4 этапа. Первое – это враги ходят. Второе – кошмары, если на игровом поле применяются их силы. У каждого кошмара, вот я покажу, есть определенная сила. А третье – враги атакуют. И четвертое – появляются новые враги. Да, мы тянем тайлы. Вот сейчас мы только тянем новые тайлы. Берем мешочек с тайлами. Начинаем обход с НЕМ. Находим северо-восток и по часовой стрелке. Если... На узловой точке стоит фигурка, или рядом с узловой точкой лежит тайл, вы не берете ничего и переходите к следующей. Да? И получается, что мы в начале игры и попытались заблокировать появление врагов, а заодно и разжиться предметами. То есть эту мы пропускаем только у льва. И у льва появляется горшочек с золотом. То есть не враг появился, а горшочек с золотом. Ура. Вот так. Выкладываем соответствующий жетон на перекресток. Итак, мой ход. Смотрите, брать бесплатную карту можно только один раз в ход. Но сейчас мой второй ход начался. Я беру карту бесплатно, естественно, 6 на 6. Ну, а что тебе? Да, надо было мне потратить действие и взять вот эту карту. Ну, все уже. Другой раз будешь. 2 и... Вернее, первое мое действие. Второе мое действие, я беру 3 гранита. Вот я их взял, рюкзак. И третье действие, я выхожу на перекресток. Я тоже буду брать бесплатно. Подожди. Раз. Точно, у нас же еще Е. Вон тот. Слушайте, да. Что творится? Ну, ты можешь забрать вот это за действие. Нет, не буду за действие забирать. Может, мне там сейчас... А там есть было 7? А, есть 7 у кого возможность, да? Я не знаю. Может, сюда мне бесплатно берешь? Придет. Да, да. 4. Я же говорю, сюда придет. Ну ладно. Все, поменяем у тебя 3 действия. Итак, я беру этот 3 золота. Да, 3 мешка с золотом.
И... А теперь вот давайте думать. Мне куда бежать? Как можно совершать обход? Конечно. В какую сторону? Давайте этот пойдем... начал кружиться давайте вообще. Давайте пойдем его в первую очередь выкидывать, угу. Да? То есть ты идешь вот в эту сторону побежим. Это я сюда взяла, да. Все. Вот пока... Значит, я буду в эту сторону, да, бежать. Давай, двигай луну, кидай компас. С. С это вот этот. Левочкин, да? Да, вот. Твой черед. Так. Иду сюда. Ты не пойдешь за предметом? Бери не сходишь? Скорей, ты так. Что? Нет, не этот предмет, я имею в виду... А куда он пойдет? Да. Это расход. Он может взять бесплатно. Да. Давай смотрим, что там. Ну, неплохо, неплохо. Пять, и у него еще пять было. Два хода у него теперь. Вот раз мы решили идти сюда, просто, Лев, зачем ты туда пошел? Беги. Да, чтобы лучше дальше. Ну, мы решили вот этот пройти. Вот этих кошмаров. Мы другим пойдем путем. Да, видишь, он же почти не поворачивается, а эти уже начали. Давай, получай скорее свой этот золотишко. Да, когда игрок наступает на жетон с горшочком золота, мы убираем тайл. И достаем артефакт. Убираем горшочек с золотом и берем артефакт. Кольцо королевы фей. Это волшебное кольцо из... Поганок позволит вам повернуть два любых диска кошмаров на одно деление против часовой стрелки. Вот этим держи. Мы обязательно воспользуемся, но попозже. Да. Итак, двигаем луну. На, Лев, кидай. О, отлично. Там, да. Там вот какая пустота вышла. Не могу себя телепортнуть. Не надо нам не пока. Не надо пока себя я никуда... Себя ты пока двигайся в ту сторону. Да я вот сюда себе потом телепортую. Ну вот это ты должен зайти сначала сюда. Сначала закроешь, а потом делай, да, что хочешь. Давай, а то пропустишь один. Ну я беру бесплатную карту. Три, да. Три. Это, конечно, лучше, чем ничего. Я беру да? действие, второе я беру три дерева. Если я иду сюда. На, три дерева тебе. Дайте мой листик. Все, двигаем луну, кидай компас. Е. Опять он. Опять он, да. Кому-то надо сейчас будет что-то делать. Ходят так, ходят враги. Врагов враги. Нет на поле, но появляются новые тайлы. Здесь все пусто. Появляются. Здесь пусто. Мы держим. Везде пусто, везде все появятся. Здесь пусто. Появляются. Давайте лучше горшочки с золотом. Здесь мы делаем обход, тоже пусто, достаем тайл. Вот смотрите, нет, подожди, Лев, пока. Здесь горшочек с золотом, но если перекресток не занят, вовремя. Горшочек не появляется. Поэтому мы сбрасываем тайл и держи. Так. На. Нет, 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 здесь нет. Горшок был. У меня свободно. Да. Все, я хожу и раз мы решили сюда идти, я иду раз, выкладываю два камня. Это я был тоже сейчас побегу второй день. Смотрите, на простом уровне сложности вы можете за одно действие, на простом и среднем уровне сложности, взять сколько угодно оберегов и за одно действие выложить сколько угодно оберегов одинакого типа. То есть вот я за одно действие два камня выложил. На сложном уровне сложности вы за одно вышло, действие берете, да, только один оберег и за одно действие вы выкладываете только один оберег. Итак, было у меня первое действие, второе я выложил, третье действие. Давайте я пошел сюда. Так, а вот это ты не будешь закрывать, что ли? Двигаю. Я, наверное, по дороге сюда сброшу. С. Я сюда буду сбрасывать, все, ребят. Что-то мне прям... Раз действие, два действия. И дальше побежала. Три действия. Двигаем, кидай. Хоть бы ничего, хоть бы ничего. Я ничего. Раз. Так. Листочек. Два. Проходи дальше. Сюда. Три. Не-не-не, все. Три. Ты пришел, сбросил, так. И все, это третье. Хоть бы ничего, Лев, хоть двигаем. Бы ничего. В. Двигайте. Вот это. Для него это мы. Мы, да. Тем... Миша, другой стороны. Миш, твой ход. Я иду раз. Раз. Закидываю терновник два. И иду три. Три. Так, а кто у нас туда листочек закинет, двигаем. Лев? Кидай кубик компаса. И там выпало Е. Опять. Так, смотрите. Враги. Выходят враги. Ходят они, идут раз, два. Жути ходят вот на одно. Да, тоже. Жути ходят на одно деление. А кошмары, если будут на поле, ходят на два деления. Дальше. Кошмаров нет. Враги атакуют, когда они находятся на одном делении. И смотрите, на одном делении могут находиться две фигурки максимум.
Запомните это правило обязательно. Итак, третье. Мы достаем новые тайлы. Итак, здесь есть тайл, мы ничего не достаем. Есть тайл, ничего не только достаем. Мне, в общем. Здесь пусто. И мы достаем. Держи. Кто там? Да. Нет, чтобы. Там есть тайл, мы ничего не достаем. Золотишко досталось, да. Итак, я хожу, да? Угу. Если вы начинаете ход с одним героем, вы обязаны пропустить двигаться. Его. Вот я иду раз. Кого пропустить? Ну, я имею в виду, чтобы остался. Раз. Второе действие я выкладываю. Третье действие я иду сюда, на горшочек с золотом. Раз и... Ничего. Отлично. Давай, Ань, твой ход. Ну, мой ход, на самом деле, где я там? Вот также я иду сюда. Раз. Сбрасываю. Там одна нужна? Да, золото два. Я бы, честно говоря, ушла бы вот сюда бы. Ну, иди, три. Двигаем. Я. Подожди, сейчас подожди. Сейчас еще вот такая штучка у нас. Ничего. Ура. Ты идешь. Кто у нас там должен я сейчас? Я иду сюда. Лев, подожди, 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 подожди. Смотрите, за победу над монстрами, над жутями, да, вы получаете вот один у нас оберег. Один оберег, который там указан. Просто раз, два. Может, ему победить, ты имеешь? Да, его? Да, он может он зайдет, победит его, а потом пойдет отнесет. Сюда. Давай. Попробуй. Ты же любишь сражаться, да. Раз. Смотрите, когда игрок заходит в локацию к врагу, один, он на свое второе действие, один. Если оно у него еще даже есть, обязан потратить на атаку. Когда вы атакуете врага, вы берете до трех доступных кубиков, но в начале игры у нас вот только один доступный кубик серый, это первого уровня. Во-первых, это бросаете его. Во-вторых, сила жути, она указана вот здесь, и она зависит от фазы луны. Когда у нас красная луна, полнолуние, то они сильные. Когда у нас зеленая или синяя луна, слабенькие. То в новолуние они слабенькие. А у нас есть еще неполная луна, средняя. Да, вот у нас серая чуть-чуть. Неполная луна, значит средняя. Не хватило. Если жуть вас атакует, она выбирает наибольший параметр. Если вы атакуете жуть, вы выбираете, ну и кошмаров тоже, любой параметр. Лев, какой выбираешь? Ну, его магия. Магия. Ты выбираешь магию. У тебя 10 и у жути 10. 10. Несмотря на то, что лев уже выиграл, чтобы выиграть, у вас значение я не должно выиграл, быть... У нас равно. Нет, равно тоже выигрываешь. Но вы всегда бросаете кубик, потому что если сейчас выпадет промах на кубике, лев проиграл. Один. А этого нам 11, хватило. Да. 11. Ты побеждаешь его. Мы убираем фигурку, убираем он тайл. Один оберег. Получаешь оберег. И у тебя еще осталось одно действие. Ты пошел раз, два атаковал, три. Назад. Да не надо сюда выходить. Вот сюда иди. Да. Зачем на перекресток выходить, толпиться там? Просто это... А, хотя ты же не уйдешь, я думал, здесь горшочек что появился. Итак, двигай, накидай. Не уйду я туда, уйду сейчас. На горшочек поедет после мишного. Выпал не двигай. Смотрите, когда вообще мы будем играть, пока луна не сделает два прохода. Угу. Когда она два раза прокрутится по календарю, появится марноед и наступит да. финальная битва. Марноед, поэтому за вот это время мы должны изгнать как можно больше кошмаров. Чтобы было как можно меньше с кем биться. Да, давай, Миш, ходи. Надо всех разогнать. Так, я иду раз. Раз. Что-то у тебя есть там, что бросить-то? Закидываю дерево. Дерево два. И иду сюда три. Три. Все, двигаем луну. Кидай кубик компаса. Двигайте его. И ходят враги. Итак, они ходят раз, два. Вот этот враг заходит на меня и атакует меня. У нас луна серая, и он атакует максимум. Это храбрость 11, но у меня храбрость 4. Ого! Вот смотрите. Вот это ты не подкачался. Да, но на кубике всегда, на сером кубике есть вот мгновенная победа. Вот такой символ. Вся надежда это на нее. Один, два, три, два, один, пустая грань. И одуванчик. Вся надежда на нее, да. Нет. 3, а, 7. 7, а у него он выбрал 11. Он меня атакует. Во-первых, когда я проиграл жути, жуть ворует у меня один оберег. О, это ужасно. Но если у вас нечего украсть, он ворует одну карту. Точнее, нет карты, когда сразу жизнь. Вторую дополнительную. Да. Он и так его жизнь всё, забирает. Он убежал. Нет. Он у меня карту украл, точно. Убежал. Все. Это карта еще враги лучше, ходили. Чем, карта, да, лучше, все, чем жизнь. Враги ходили, теперь враги атаковали. Ходишь. Нет, новые тайлы. Начинаем обход.
Вот только в одном месте. Нет, Лев, я тебе дам, если что. Нельзя. Горшочек я не могу выложить, перекресток занят. Здесь занят, здесь занят, у тебя занят. Все. А, нет, он убежал. Он же убежал, он же меня победил, и он убежал. Все. А горшочка нельзя вот так вот перенести горшочек сюда? Нет, Лев, горшочек нельзя туда положить. Да. Вот так. Все горшочки использую. Я хожу. Нет, горшочек. Я иду раз, два. Прокачивайся. Свое третье действие я трачу вот на это. Надо было брать бесплатно, ни у кого сегодня нет. А бесплатно я теперь беру вот это. Шесть. Ну да, тоже неплохо. Все у тебя? Так, двигаем. И компас роза ветров. Когда выпадает роза ветров, положите сюда один жетон. Когда скопится 6 жетонов, поверните каждый диск на один. Я начинаю. Где вообще я? Да. Я потеряла себя. Вот я. Мои волосы длинные. Сюда. А ты вот так идешь вокруг, да? Да, но куда деваться? Надо жетон. Же все закрыть. Два и третье действие. Чего не хватает? Везде я закинула? Вот сюда. Значит, мне нужно назад возвращаться. Сюда иду. Ты сейчас пойдешь вновь за золото. А зачем? Да? Подожди, там же Миша. А, Миша возьмет. Ага. Хорошо, давай тогда посчитаем, что нужно. Нужно вот к нему два дерева, вот они рядом. Просто тогда два дерева принеси. Тогда я возвращаюсь назад за двумя деревьями. Опять здесь горшочек не поставить. То есть ты сейчас возьмешь два дерева и ты уже в следующем ходу. Туда. Ну да, да, потому что сейчас мы раз и кидай. Так, может, мне надо было наоборот? Мама. Может, мне не надо было так делать? Я стояла здесь. Мне нужно было пойти сюда. Спокойно. Давайте так сделаем. Ну, тут один этот отыграем, нет? Взять два дерева. Да. И вернуться назад. Да, и все на эту. Я уже жетон луны подвинул, держи. А, окей. Вот этот вот. Уже а кто его закроет, простите? Лев бежит. Раз. Подожди, Лев. Раз. Закрываю. Два. Все. Держи. Еще одно действие у него. Когда вы изгоняете кошмара, да, вы убираете его фигурку. И еще одно действие. Кладете, Лев, подожди минуту. Подожди пока. Кладете жетон Морна сюда и получаете один кубик боевой и кладете вторую пачечку. Тайлы встреч 2 в мешочек. Все, вот теперь у тебя действие. А что, вот куда ему? Драться? Но он не может драться. Нет. У него действий нет. Так он сейчас на него нападет. Ну, в следующем ходу. В фазу врагов. Двигай. Двигай, кидай компас. Кубик с компасом. Аккуратненько. Компас. Роза ветров. На. Михаил. Я хожу. Да. Я иду первое действие раз, второе бью его. Я бью его магией. Сейчас красная луна, магия сейчас у него 11. Красная луна, магия у него 11, у да. Меня 12. И два кубика. И два кубика. Смотрите, вообще вы, как бы бой идет, вы кидаете кубики. Если у вас всего один кубик и выпал промах, вы проиграли. Если у вас два или три кубика, если выпало два промаха, вы проиграли. Дальше, если у вас нету промахов, да, вы берете свои показатели, у Миши храбрость 6, от карты 3. Нет, я магия. А, магия 4, от карты 8 это 12, плюс 2 на кубики и 4 на кубики, то есть у Миши 18, правильно? А у него магия 11. Это Миша его бил. Да. Миша мог выбирать. Миша его побеждает, получает камень. Гранит, держи. Убираем фигурку. Все. Еще у него одно действие. Третьему действие я беру один мешочек. Он же здесь стоит, да, ты взял мешочек. Фаза хорошо. Врагов. Смотрите, когда луна делает полный круг, переверните жетон красной стороной вверх. Нам остался один круг. Теперь кидаем два кубика компаса. И выпадает, смотрите, роза ветров. И Е опять. Не может. Мы же его закрыли. А, это если пустует кошмар, да, то по часовой стрелке. Следующий, 6. Теперь все бегут сюда. Подождите, фаза врагов. Он меня бьет. Он тебя бьет, да, других врагов нет. Миша, кидай два кубика. Я его бил магией. Нет, Лев, он тебя убирает. Бьет, сейчас красная луна, и он бьет тебя храбростью. 13. Может, ты гранит сюда закинешь? Да. 13. У тебя храбрость 5, и ты выкинул 5. Поэтому он тебя побеждает, забирает один оберег и убегает. А теперь у меня есть
всего лишь точка для него. Потому что нам нужно прокачать, Лев, тебе нужно сходить и взять предметы обязательно. Теперь новые враги. Начинаем обход отсюда. Тогда только враг может встать. Сюда приходит. А у него уже два листочка за победу. Мытник. Да. Я, пожалуй, буду там биться. Нет. Иди идем сюда. Сюда. Закинь сначала листочки на дерево, а потом бейся. Здесь приходит мытник. Да. Дальше. Мытник, это вот, его отличие в том, что он как бы чуть сильнее. Это уже второй уровень, за победу дает два оберега, а за проигрыш забирает два оберега. Он меня напрягает, он вот двигается, надо сюда как-то... Смотрите, я вытащил вот такой тайл. Это движение врагов. Спасибо. Мы двигаем всех, кто на поле, раз, два. Даже тех, кто вышел... Нет, на один они ходят. Один? Одна стрелка, да. Даже тех, кто появился в этот ход, мы двигаем. И поэтому враги могут атаковать... Например, даже дважды в свой ход. Итак, это был вот этот, и остался вот тот, а там стою я. Ничего. Все. Все, я хожу, да? Да. Я беру бесплатно карту. У тебя есть вообще что-нибудь? Ничего, 4, да? 4, сбрасываю. А, теперь я иду, первое мое действие сюда. Второе мое действие, я беру 3 листочка. Я же вот сюда сейчас принесу их. Давай-ка ты неси их вот сюда и вот сюда. Вот, твои вот эти два, потому что я сюда листок дотащу. Я сюда и несу листочки. Вот сюда неси. Вот это вот очень напрягает меня. У тебя есть еще что-то? Ну вот, третье мое действие, я пошел сюда. Все, двигаем. Кидай. И два компаса. Все хуже. Не-не. Хуже. Сейчас раз, я его закрою. Два. Не зря я туда бегу. Выход, мам. Да. Раз. Я могу сколько бросить? Первое действие. За одно действие одинаковое только, но сколько угодно на среднем уровне вот сложности. Не зря мы поменяли. Первое действие, да. Ты выкладываешь два дерева, второе действие ты выкладываешь этот. Еще. Держи. Нам дается кубик. Нам дается третий кубик. Ура. Мы берем кубик наименьшего уровня. Первый уровень, потом мы взяли второй уровень, взяли третий уровень, остался кубик четвертый уровень. И... Тайлы третьего уровня. Ну все, ребятушки. Двигаем, кидай. Вот этот такой скромный. Сейчас он насчет. Это кто у нас, кстати? Какая? Банши. Это В. Она вообще не двигается, да? Да. Не. Нету, нету. Он на два хода. Раз. Я говорю, два. Мы сейчас тут все просядем. Твое время. Итак, время. Смотрите, способности героя можно использовать. В любой момент хода. В свой ход, в чужой ход и так далее. Подожди, всё, мы пусть... Способность. Подождите, да подождите, подождите. Я нужна. Лев... Если я сейчас его не закрою... Нет, ну Лев будет... пусть хоть начнет свой ход. Лев, может это вон. Ты куда хочешь? Я хочу вот сюда. Туда нельзя вот телепортироваться. Да я вот. Зачем? Чтобы ее сюда быстрее. А у меня ничего нет. Мам, я пустая. Я все скинула здесь. Давайте, подождите, запомним, что сейчас ходит я Лев. Сюда подождите. И листик туда кинет. Листик Миша кинет. Лев, я принесу туда листик. Да. А ты, друг, принеси камни. У ни у кого нет камней. Стой, баб, там два листика. Да. Смотри, могу я туда один листик закинуть и камень, не Лев туда один листик. Но я уже иду с листьями. Пусть вот. Лев камни возьмет. Ну, а как он их возьмет? Ему драться надо. Ну вот он зашел. Он сильный. Подожди, Лев, определи. Я бью магией. Ты бьешь магией. Магия у него 12. Сейчас не полная луна. А, 13. 12. 13. Ну все, я выиграл. Итак, ты его побеждаешь. А он что-то дает ему какой-то? Два камушка. Камень и золото. Камень и золото. И двигайся еще. Вот у тут. Него еще же есть. Это было твое первое действие. Да, он его победил. Так. Теперь ему должны дать. Да подожди, он сходил раз, второй действие убил, и третий может взять. Ему некуда брать. Но ему но не, некуда. Он может скинуть. Зачем нам, например, золото? Вот сюда. Туда ты и пришел за золотом, разве? У меня одно золото. Ну, оставляй золото, просто оставляй. Туда камень еще нужен, а у кого он есть? У меня один. А, ну все, тогда пусть и идет. Он идет. Все, пусть и идет. Успокаиваемся. Раз. Может быть, мне все-таки затормозить? Ты применяешь способность. Способность следующая. Блокируешь или два диска на один ход, или один диск на два хода. Все, этот, ты да. его заблокировал. Там все. Еще пока не так все страшно. Двигаем. На, ну, кидай. Сейчас это дважды подвинется. Ну да, а тут вариантов нету. А либо пустота, либо компас. Кидай. Е. Ну, чтобы он не выкинул, в любом случае. Нет, нет. Нет, почему это из-за Е он двигается? Потому что этот не может двигаться, а они вот так опа. Он заблокирован.
Но это не значит, что теперь мы будем его пропускать. А, ну все, окей. В двигайте. А Е переходит на него, но он у нас заблокирован. Типа он подвинулся. Типа он подвинулся, но не подвинулся. Я хожу. Да, твой ход. Раз, два. И третье действие я кидаю у него. Кого-то в него давай кидаешь. Вот дерево. Одно деревце. Двигаем. Кидай два компаса. Давай, Миша, компасы. Роза ветров. И Н. И Н. Н нету, он не двигается, он заблокирован. Иначе, иначе действие маминого способности полностью сгорает, не имеет смысла. Все, он же два круга продержался. Да. Все, убираем твою способность, она применена. Еще раз закрываем. Подожди, сейчас враги походят. Да. Раз, больше нет никого. Атаковать ему некого, я достаю... Да. Тебя надо телепортировать, Антон. Здесь есть жетон, ничего не достаем. Не надо, он туда листик закинуть должен, и туда. Смотрите, враги ходят на два. Ему не надо телепортировать. Ань, ты ближайшая. Спасибо. Не надо. На, он тебя атакует. Сейчас с папой определимся, подождите. Чем он меня атакует, давайте. Атакует максимумом, максимум у него 13 магии, у тебя 5. Ну смотри, стой! Сейчас, Лев, давай доиграем до конца. Ух ты. Считаем. 10, 14. 14. Ты его побеждаешь. А у него? 13. Слава тебе, Господи. Подожди. Я тебе да подожди пока, сына. Два листочка 5, он тебе дает. 9, 14. Вот он мне уже листочки дал. Да подожди. Сейчас ход врагов. Давай я ход врагов доиграю, Лев, и ты телепортируешь меня куда хочешь. Тебе не надо. Вот тут я никого не вытаскивал. Вот тут я вытащил движение. Вот этот край пустой. А почему тут никого не вытаскивали? Потому что там был мытник. Он и так был. А вот тут тоже надо. Вот тут тоже. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сюда и достанем. Горшочек. На. Ура. Есть. Вот можно положить. Лев хочет телепортировать. Я вот думала так. Не, но я Миша папу, говорит, я папу. Понимаю, смотри, папу. Но Миша говорит, смысла это нет. Не надо. Он сюда листик должен закинуть. Если ты его туда телепортируешь, как он туда листик да, кинет? Да, Лев, я лист сюда несу. Как ты сюда принесешь, если тут Миша стоит? Можно вдвоем. Да, вдвоем можно стоять. На одном может Все. Находиться две Давай фигурки максимум. Я иду раз. Кидаешь два. Два выкрадываю лист. Выкладываю три. Иду на перекресток. Вот. Мое движение. Ну вот отсюда. А, даже если он тебя перекинет, все равно бесполезно. Раз. Кидаю два. Роза ветров и север. Севера нет. Ты почему не заблокировал его? Забыли ну, он про один него. Раз повернулся. Ничего страшного. Сейчас заблокируем. Что, вам переживаете? Давай, твой ход, ты применяешь свои способности еще раз. Все. Где я вообще? Вот я. Давай. Давай, у тебя у тебя два листа появились. Я, кстати, тоже их могла ведь, между прочим. Вот. Меня сейчас, меня. Вот себя лев может телепортировать вот сюда. Или ко мне, если он хочет, и ты выложишь два листа. Бегом, телепортируй меня. На, Лев. Затем, чтобы я выложил два листа. Давай, ты применяешь способность. Допустим, сюда. И телепортируешь на перекресток. Там как написано? Прочитай. Можешь мгновенно переместить любого героя на любой перекресток на поле. Все, любой перекресток. Переместились. Он мне сюда раз. Это... Нет, у тебя это вот твой свое раз. Первое, вот мое второе действие. Да. Я бы даже лучше ушла бы отсюда, наверное, да? Дальше я войду. Ну... Иди к папе. Да, а Лев камень принесет. Иди сюда на перекресток. Три. Подожди, Лев. Ты спешишь. У нас мы луна еще не двигается, да. Теперь два кубика. Кубика. Вот смотрите, север. Тут он не он забирает себе. А вот роза ветров никто у нас это шестая. Шестая. Значит, когда их шесть, мы двигаем каждый диск на поле на один раз. Мы да. его не можем. Все подвинул? Да. Он на моем ходе и на Левином, да, тормозится? Раз. Да все, Лев выкладывает камень. Камень. И два. Его нету. И мы получаем... Самый радостный. Да чего ж ты ему не дал-то? Он хотел сам положить. Вот. Да ну, не дотягивается сюда. Не дотягивается. Еще одно действие у тебя есть. Сюда надо бежать? Я бы вам советовал идти вещи собирать. Все, вещи надо. У Льва мешок есть. Мне не хватит туда одного мешка. Точно, ему надо мешок эти выкладывать. Это я. Это не ты. Вот. Я хожу. Да. А я пойду брать тогда. Мой ход. Первый. Раз. Магия камень. Мне нужна. Второй.
Второй мешок. Два. И третье. Можно я заберу? Иди. Забирай. На, там. Чёртова дорога. Огромный валун скатился с гор на чёртову дорогу. Придется искать обход. Поверни южный и восточный диски кошмаров на одно деление почтовой стрелки. Южный и восточный. Так их плохо. Нету. А нам это не нужно. Зато у льва у нас есть карта, которая может повернуть. Может, мы сейчас этим и займемся? Да там полно еще времени у нас. Ну ладно. А зачем я с ней делал? Миш, ты все три действия сделал? Да. Двигаем. Сейчас. Тут прочитаю. Роза ветров. Пу-пум. Он двигается. Он. Логично? Подожди. Он? Да, один раз. Он и роза ветров. Да. Показалось, что жетон Луны должен пройти еще одно деление. Все верно. Лев после хода льва на радостях как-то мимо этой фазы пролетели. Кинь. Кубик. Давай вот так. Вот, теперь все. Теперь Миша уже кидал, да, все, ходят враги. Вон. Он делает одно движение. А теперь мы начинаем. Да, это убери. Мы же горшочек забрали. Начинаем обход. У нас еще ни разу жадники не появились. Горшочек с золотом. Мы не каркаем. Сейчас появится. Ходят враги два раза, но он. Да он никуда не ходит, он не может к нам зайти. И рад бы, да не может. Здесь есть, а там вот он, мытник. Вот так вот. Так, вот. Все, я хожу, да? Да. Иди за вещами. Так, ну здесь надо закрыть. У кого один? Так, смотрите. Лев меня принесет. Я думаю, мама. Ладно, потом. Я иду вот сюда. Раз, ход. Два, я атакую. До трех кубиков я беру вот все, кроме зеленого. Атакую его. А серый брать надо, потому что победа. Силой. Давай. Тебя силой. Видишь, все. Ну все, у тебя сразу мгновенная победа. Он мне дает. Ну давай камень возьму, остальные мне не помещаются, береги. А мое второе действие, вернее, третье действие, я иду сюда и беру. Прокачивание. Тропа Дунарда. По тропе Дунарда вам придется ходить кругами, тратя время и силы. С виду она может показаться короткой, но желающий срезать путь может остаться блуждать здесь навсегда. Возьмите еще одну карту. Карты ведьм уходят в коробку. Они никуда не сбрасываются, не замешиваются. Во. Что там? Семь. Эти котомки Коба. Храбрость, я понимаю, что там надо. Пятерка. Все. Итак, двигаем. Два кубика. ВЕ. Все равно он двигается в обоих случаях. Может, уже пора применять Лёвина? Лёва пусть применит, и назад мы его на два. Ну, давай, скинем, нет? Почему на два? На один он только может его подвинуть. На один, двух, кошмар. На одно деление про часовой стрелки. Но это не поможет нам. Нет, нам это не поможет. Нет. Да почему ему заблокировать его? Проще меня разблокировать, да? Да конечно. Нет, на 9. Пусть. Нет. Что, ты применяешь? Он уже на 10. Давай. Он применяет, поверни на 9. Применил, все. И заблокировать? Блокируй. Конечно. А то он проснется следующим ходом. Чей ход? Мой? Да. Я пойду прокачиваться. Раз, два. Берешь отсюда или отсюда? Стой. Я сказать тебе хочу, мама. Следующим ходом возьмешь камень, потому что магнит стены когда ломать будет, и гранитом чинить надо. Отсюда берешь? Или отсюда? Бесплатно. Три. Двигаем. На. У меня один ход остался. Кидай. У меня один ход остался еще. Как? Ну, я здесь стояла, раз, прошла сюда, два. Сюда. Ну, иди за вот камнем эту. Обратно. Камень ребенок требует. Зря. Здесь враги появятся. Возьми вот эту. Ну, давайте. Это 4 будет. Ну, лучше не стало. Да я тебе сразу говорил, бери его. Оба бы действия потратил, потом на 6 поменяла. Все, я подвинул уже за тебя, ходи. Ну, в любом случае, дын-дын, типа, он и не может. Да. Нет, а вдруг роза ветров там выпадет или еще что-нибудь? Лев, беги скорее. Раз. Да? Заблокируй нам его. И закрываю. Все, да? В радости всех выронял. Где он стоял? Я? Да, Миш. Нет, я вот тут стоял. На горшок собираю. Все. Мы всех изгнали, но нам нужно дойти до финиша. И выберется марное. Да, давай. Лев, у тебя еще одно действие. Так. Я иду за предметом. Сюда.
Все, двигаем луну. Кидай. Давай не будем смысл. Кидать. Нет смысла сейчас их кидать. А Миш, твой ход? Я иду раз, два и три сюда. Да не по пути забрал. Да, горшочек забирайте бесплатно. Цепь из одуванчиков. Удвойте значение боевого кубика. Держи. Класс. Одного. Да. Двигаем. Все, ходит раз. Теперь этот-то мы забрали горшочек. Идем по кругу. А у меня никто не появится. Это горшочек. Здесь и умытник. У папы никто не появится. Все. А здесь никто не появляется, а там уже есть. Я хожу. Да. Давайте готовиться к предметам. Я беру бесплатно. 7. Нормально. И меняю. Ну, 6 на 7. Все, да мне, в принципе, наверное, хватит. Я пойду. Знаете, куда я пойду? Я пойду за гранитом. Беги. А вернее, я пойду так. Сейчас я... Миша тебя может. Цену дайте, я прочитаю. Лев. Лев, перекинь, папу. Антон, он тебя перекинет. Куда? Первое мое действие. Я дойду пешком. Я первое мое действие иду сюда. Вот это я все сбрасываю. Зачем? И беру 3 золота. У тебя же один гранит там был. Папа, а ты же не в этом, ты не в лавке. Нет, я подобрал обереги. Второе мое действие, я взял 3 оберега. Третий. И третий я пошел сюда. А зачем ты гранит? У тебя же был один. У меня свой план. Твоя тактика, и ты ее придерживаешься? Золотом решил сморно слизнуть. Я сейчас пойду сюда и возьму артефакт себе. Понятно. Двигаем. Так эти мы уже не бросаем кубики. Я стою там, беру за 6, за бесплатный, за платный ход беру 6. Эту сбрасываю. Луну двигали? Да, я подвинул. Теперь я бесплатно беру. 4. Как и есть, сбрасывай. И теперь я платно. А, платно только снизу. Ну, можешь стоять здесь дальше, если хочешь. У меня еще есть один ход. Ну, а за гранитом. За гранитом? Угу. Ну, на. Подожди. А ты первый ход взяла карту, второй пошла, третий-то у тебя есть еще? Я бесплатно взяла. Ну, третий ход еще остался. А, ну давай. Точно, гранит набрала. Раз. Лев, твой ход. Подожди, я луну подвину. Да. Я иду сюда. Раз. Сюда. Два. Да. Сюда. 3. И что мы делали? Я за камнем бегу. За гранитом. Хорошо. А, луна. Миш, твой ход? Я иду раз. А у тебя же был 2. Он же ты мог себя телепортнуть вообще. Там у меня. Сколько у него сейчас? Какая у нас? Зеленая. Оставьте телепортацию. Давай я его храбрость убью. У него храбрость. Да, на эпическую битву. Сейчас зеленая. Храбрость 8. Ты его побеждаешь, получаешь золото. Можно я ему буду получать? Катя, ладно, оставим. Все, дальше. Так, я пошел. Подрался. Да, и второе, еще одно. И третье. Нет. Бесплатный. Смотри. Бит. Враг здесь стоял? Нет. Здесь? Да. Я пришел раз, два, убил. Давай вот это возьму. За действие? 3. Да. А то еще и бесплатно. А это бесплатно. 7. Нормально. Коллекция зубов ты ментил. Да. Мог не тратиться. Так, двигаем луну. И все. Сейчас ходят враги. Давай, вот он идет. И появляется. Здесь никто, здесь... Дайте мне горшочек с золотом. Жабник. О, Миша мечтал о нем. Вот, он в гости пришел. Он в гости пришел, да. Здесь мытник. Вот теперь ситуация следующая. Там никто. Мы не сможем бить морно, пока на поле будут... Жабники. Жути или кошмары, да. Сейчас они будут постоянно появляться. Да. Нам надо все время стоять внизу, что ли? А когда бурнаед появится, они перестанут появляться? Вот, если на поле хотя бы один кошмар или жуть, игроки не могут атаковать бурнаеда. Поэтому сейчас у нас пошел последний наш ход. А нам нужно их убить. Победить. А после того, как бурнаед появится, они не будут появляться? Нет, нет, все. Я иду сюда, меняю, это первое мое действие, второе мое действие, меняю 3 на... Артефакт. Я надеюсь, что он сам до меня дойдет в фазу врагов. Дойдет, а куда же он денется? Дойдет. На артефакт.
Ну, встань сюда, третьим действием, и он до тебя дойдет. Третьим действием сюда. Да нет, не дойдет. Ну ладно, я его одержу над ним победу. Я применяю артефакт и превращаю мытника в флакуна. Жабник в мытника. Мне надо драться с жабником. Итак, двигай луну. Серая. Твой я ход. Буду драться с жабником. Иди сюда. А что у него? У него самое слабое, это храбрость 12. Храбрость. Давай. Подождите, остальные у него какие? Ну, сила 14, магия 13. Ну, может, мы силой будем с ним драться? Бей силой, бога ради. У меня сила 13. Давай, так. Это первое действие ты пошла, вторая ты атакуешь. У меня 13. Ты его побеждаешь, но смотрите, у него, у жабника появился уже вот такой показатель снизу. Его нужно победить два раза. Вот ты его чем била? Силой. Ты нанесла одному рану. Чтобы его победить, нужно еще раз его победить. Но теперь ты не можешь выбирать силу. Или храбрость, или магию. Бей магию. Магия. Сколько у него магия? 13. А храбрость? 12. Бей магию. Магия. Магия у меня 11. Абсолютная победа. Все, ты его побеждаешь. А у меня вопрос, если выпадет вот так. Если быть, да, вот, у меня тоже. Если вот так выпадет, ты проиграешь. Нет в этом никакой справедливости. Нет, сейчас я тебе открою. Это очень сложно выкинуть абсолютную победу. Почему так несправедливо? Ничего. Нет, нет, ты выигрываешь. Выигрываешь? Ура. Сначала ищем одуванчик, а потом ищем промахи. Ну все. Выбирай. Ты дерево я тебе не даю. А, а не мне на, ничего не надо. Ну, я говорю, а карту возьми любую, или отсюда? Давай оттуда. А, отсюда? Нет, лучше артефакт. А, давай артефакт. А почему-то на нем так написано? Там, а, да, возьмите да. Карту. Итак, леденящий душу вой разносится по горам, заставляя героев замеренеть. Поверните северный и западный диски на одно деление часового. Да. Лучше бы я взяла карту. Вот эти жетоны можно будет потом сбросить, чтобы перебросить один любой кубик. У тебя все? Да. Ты все свои действия потратила, а ты можешь бесплатно взять. Ничего не потратила, я пришла к нему и два раза ударила его, три действия. Три. Бесплатное. Давай. Горшок лепрекона. У Финиаса Брогана есть два горшка, один золотом, другой с медиками. Золото не достается тому, кто не рискует, но деньги не всегда приносят счастье. С ними может достаться и проклятие, от которого не просто избавиться. Сбросьте верхнюю карту колоды предметов, стопку излишков. Прикольно. Неплохо. А затем возьмите еще одну карту из колоды. О, меня это устраивает. Храбрость чуть-чуть прокачалась. Все. Двигаем. Лев, твой ход. Так. Я. Ты за камнями бежал, насколько я помню. Тебе бы прокачаться, ребенок. Я иду сюда. Сюда. И за. Нет, все. Я лучше. Себя телепортирую. Давай. За камушком. Это первый. Три камня. Второе твое действие. Два камня. Тогда сбрось свой этот. Сбрасывай тогда. Лист сбрасывай. Листик. Да. Это твое второе действие было. У тебя еще третье действие. Иди прокачайся. А как? Он может туда же встать? Иди, давай. Возьми бесплатно. Так. Хотя бы чуть-чуть а силы. Не будут. А пусть у него же еще одно действие есть. А, нет, все. Возьми так. Миш? Лев. Все, а? Всё. А что, Лев? Миш. Ему нет смысла кидать. Пусть меня сюда телепортирует. У него кончились. А, есть у него еще? Мы же решили на финальную битву оставить, да эпическую. Ну, а я за него иду тогда. Ну, возьми. Вдруг там силы. Ну, давай. Вот Лев, сила. Лев, можно не кидать. Раз, два, три. Все, двигаем. Смотрите. У нас никто не живет. Смотрите, когда у нас. У нас же есть один живой, у нас не может нападать. Компас два. Пришел. Да. Просыпается марноед. Так, где у нас марноед? Вот у нас. Я вот этого плакуна уберу. Вот тут марноед пришел. Угу. Вот. Дальше. Бросьте компас. Один кубик компаса. Кто? Я? Да. И смотрите, он где он? Вот же он, да. Марноед, это я убираю. Он проламывает у нас в направлении С. Не, нет, сюда. Как умеешь, он сейчас туда? Будет пытаться проломать здесь стену. Бросьте серый кубик. Итак, если выпадает одуванчик или пусто, у него не удалось, но выпало
Два выпало. Пролом в стене сделал. Вот, все. Он пытается вырваться вот через замковый камень. Вот смотрите, если он второй раз сюда попадет, он выберется. Он выберется. Папа. Фаза врагов. Поехали вот так вот. Идет сюда, этот идет сюда. И он тебя бьет. На. Чем он тебя бьет? У него сейчас... Красный находи. Самое большое это магия 15. Магия 15. А у меня 12. Подожди. Да, да, все. Подожди, 12, 14. Я удвою вот это, то есть... 4, вот этот 8, 16. Удвойте результаты кубиков. Я победил на одну. На себе. Трудом. За победу над ним. А это удваивают результаты? Оно может пустоту удвоить? Может, наверное, не знаю. Если там это пустота. Он пошел, да? Вот этого мы победили. Угу. Все, новые враги не появляются, а когда Марнаед на карте. Все. Да, я хожу, дали. Да? Мы его не можем бить, беги, поэтому я иду вот сюда. Сражайся. Раз. Или умри. Сражайся. Ты не забыл, что ты можешь полечить. Ой-ой-ой-ой-ой. Да нам ни одному рану не нанесли. Что такое? А, нет, все правильно, фаза же врагов была. Миша разыграл. И думал, да. Опять забыли разыграть фазу. В конце компас подвинуть. Итак, неважно, чем я его бью. Ну, давай посмотрим. Сейчас Красная Луна. Вот он. У него, например, храбрость. Давай я его бил магией. У меня и так уже больше 11 магии. И сейчас где пустота? Я его побеждаю. Так он уже вон бросил. А. Вот я бросил. Ты сначала бросил, потом решил, чем будет его бить. Нет, просто я... Запутался немножко. Запутал сам себя. Итак, мытника уберу. Да, ну, по всем параметрам победил его. Это мое первое действие было. Первое сюда, второе ударил. Давай, я третий возвращаюсь. Может, я побегу сюда. Нет, мне хватит. Кидай. Луну мы до сих пор двигаем. Почему? Потому что от фазы Луны зависит сила Марнаеда. Кидай компас. Кидаем один компас. Е. Никто не... Он будет пытаться пробиться здесь. Давай. Я. Давай. Да, он совершает второй пролом. У вас там камней много. У меня камень есть. Я как раз пытаюсь бежать туда. Ой, теперь смотрите. Он сбежит, наверное. Мне даже кажется, он сбежит, да, и все, что мы делали. Все зря. Ну, беги, беги. Ты бы делаешь раз-два, ты просто пойдешь или сюда, выбирай. Туда. Сюда? Угу. Ну починить-то она не может. А у него у кого нет карты починить. Вот такой починить, да? Нет. Ни у кого вообще никаких таких карт нет. Лев, беги сюда. Подожди, вот именно. Кубик. Вот именно. Раз, на. Мама, давай. С, подождите. Стой, ему опять надо кинуть этот кубик? Не, подождите. Стой. Мы можем потратить жетон. На переброс давай. Вот я сейчас прочитаю вам жетон. Вы можете талисман, это талисман Морны, в любой момент игры, чтобы перебросить один любой кубик. Может, вот этот потратим? Давай. Какая разница? Перебрасывай, нам не нужен север. Ой, юг наоборот. Вот пусть на север. Если там есть герой, да, то они сражаются. А. Они сражаются, давай. И у Морна у нас... Сейчас у нас какая луна? Серая. 24. Ну, на такой тебе магии 24. Мне 12. Тебе 12. Ну, ты выкидываешь... 5, 10. 5 умножаешь на 2. Это 10 и плюс 12. 22. 22. У него 24. Бесполезно. Ну, мне есть вот это. Че, ну используй. Используешь. Я умрёшь. Просто защитилась. Ну, умрёшь. Ладно, не хочешь. Не, ты получаешь один урон. Ну, пап тебя полечит и потом. И тебя отбрасывает на диск кошмара. А вот это можно как-нибудь использовать, чтобы перекинуть кубики? Нет. У меня не остались. Нет. Смотрите. И у папы такие остались. Когда вы будете на стартовой локации, вы можете потратить одно действие, чтобы вылечить одну рану. Двигаем. Не-не-не-не-не. Это же он и был. Лев ходит. Лев никак не дойдет. Раз, он бежит два, сюда, вставай. Три. Нет, Лев, нет, это действие. Это надо действие потратить. Это в следующий раз мы с тобой спасаем. Если вы стоите на сломанных стенах, раз. Лучше их не чинить. Кидай. Почему? Потому что все равно, когда он будет вас бить, он вас отбросит сначала. Ну а кто потом стену? А кто потом починит стену? А они потом вылезут и опять будут стоять. И строить. Чтобы вылезти, надо два этих потратить. Аня, тебя напал. И напал он на тебя магия 24.
У нее 11. Мне кажется, что мы с вами покойники. Итак, ты удваиваешь результат. Это у тебя 6 и удваиваешь. Любых кубиков? Нет, всех. 12 плюс 11. 23. О, ты улетаешь, папа, сюда. Чини меня, папа. Да рано. Рано-рано, но у меня уже одна рана. Ты ходишь. Я? Вот ты тратишь только два действия, чтобы выйти. Угу. И все. И бью его. И бьешь его. Марноеда можно атаковать только один раз. Давай. А кубики? Вот они. Ну, один раз свой ход, в смысле. А сколько? Сколько? А атаковать его нужно 6 раз. Ты чем его атакуешь? Храбрость? Храбрость 23. У меня 13. Давай, храбрость. Абсолютную победу нам. Нормально. Вроде должен. Ненормально. 5, 8. 21. Почему 8? У него 5 и 4. 9. 9. А, 9. 22. А у него? 23. Да что ж такое-то? Ну давай потрать талисман. Удвой результаты. Сколько ты будешь беречь? Уже наконец удвой. Иначе все. Ну все, я что-то тогда ударил. Чем ты его атаковал? Магией. Ой, храбрость. Храбрости. Закрываем. Он получает одну рану по храбрости. Ох, какая тяжесть. Но еще у него одна рана по храбрости остается. Да. Итак, двигаем. Вот, Миш, почему не надо чинить? Да, надо чинить. Кидай компас. Сейчас он вылезет вот сюда. Не, не вылезет. И на этом все закончится. Не вылезет. Вот сюда вылезет. С, там лев. На, лев, он тебя атакует. А чем он его атакует? Он его атакует магией 24. А у льва 10. 14. 15. Абсолютная победа. У льва вообще только надежда на абсолютную победу. Ему надо было... Абсолютная победа! Так ты защитился только от него. Ну и что? Ну хотя бы. Хотя бы умер. Ох, плюс. Я хожу. Он умирать тоже нельзя. Раз. Так, так. И я его атакую. Давай, отец. Магией. У тебя магии много. У меня магия 13. А где моя карта магии? А, она спрятана. Какой 13? Победи. У тебя 12 магии. 12. Ты с нами или против нас играешь? Ну я ошибся в расчетах. Нет, я маме говорю. 5, 11. 9, 11. 23. Подожди. 6, 11. 23. А надо? 24. Да ну это невозможно! Всегда одного не хватает. Ну ладно. Перебросьте, вот. Используйте. Давай оставим переброс вот для этой дырки. Я получаешь рану. Получаю рану и теряю все свои действия. Если вы атаковали и проиграли, то вы теряете остаток своих действий. Итак, он двигается. Все равно там делать. Я строю. Подожди, он выходит через север и нападает на Мишу. Да что ж такое-то? Опять? Как мне выйти и построить? А чем он меня бьет? Сейчас вот такая фаза. Подождите минутку. Он бьет силами 17. У нас нет шансов. Есть. На переброску. А, нет. Вот, я уточнил. Я ничего не получаю. Если я его атакую и проигрываю, ничего не происходит. Ну хорошо. Вот, поэтому. А если он атакует, то вы получаете раны. Сейчас вот это луна. Да, зеленая. Он тебя атакует храбростью 21. А, 21? Да. А у тебя какая храбрость, господи? Я думал, 12. У меня храбрость 13. Ура, абсолютно. Как ты их говорил, сначала смотрим это, а потом ищем два промаха. Абсолютная победа! Уберите эти два воздух коника! Все. Ну так поставь ему. Нет, кого? А, он защитился. Да что ж такое-то? Атаковать мы не можем, защищаться. Твой ход. Я хочу поставить. Ты два действия тратишь, чтобы выйти. И ставлю этот. И действие тратишь. Белый. Смотрите, разрушенную стену можно починить некоторыми картами, или можно потратить действие. Сколько кубиков? Три гранита. О боже, я думала, где? Все, мне все так просто. Мой ход. Нет. Ход Марнае, да? Мама... Ни разу пустая не вылезла. Это он на меня нападает, да? Ни разу не вылезла пустая. Его пустейшество ни разу не вылезло. И он нападает на меня, магия, 24. А у тебя? Ой. Ну, выкинь первый уже. 12. 6. Ну, 11 и 12, 23. Да что это такое? А вот это? Чего мы не используем? Подожди. Ну, давай. 13. Да ну чисто для 20? Защиты лев не хочется использовать. Ой, подожди, ну, не 11. Их всего 3 осталось. 17, 23. Не использую, ладно.
Пап, тебе пора начать лечить нас. Кто ходил? Ты. Мама. А, мама ходила. Да, мама. Лев ходил. Я чиню стену. Ты здесь, давай. Ты тратишь действия, чинишь стену. Дальше я бью его. Бей, Лев. Бью. Да у льва нечего, нет ни вообще, он пустой. Магия десятка у него. Абсолютная победа ему может запросто. Магия десятка, у него магия 24. А у него абсолютная победа есть. Все, Лев, давай. Да, у него абсолютная победа. Я ведь говорил абсолютная победа. Это мама говорила. Все, ладно. Он про себя говорил. Да, про себя. Почему ладно, он молодец. Ну смотрите, у него еще два действия, но второй раз он атаковать его не может. Ну не может, а что? Он может пойдет за вещами. Нет. Беги, беги, беги. No. Беги, прокачайся заодно, no. Беги. Раз, два, все. Потом возьмешь камни, потом прокачаешься. Раз, кидай компас. Справимся. Кидай компас. Давай. И выиграем. Миш, на тебя надежда, абсолютная победа должна быть у тебя. Сейчас. Давай. Не а там пустого не бывает вообще? Бывает, на. Это я. Что же ко мне так тянет? Подожди, почему? А говори про себе, абсолютная победа все сработает. Смотри, 5, 9, у меня 12, 21. Ай. У нас таких вообще. А у нас в зеленой фазе вообще не может быть, да? Почему вот, бывает? Вот, вот. Он слабый. Он зеленый слабый. Миш, давай я трачу давай. Способность, чтобы вылечить тебе одну жизнь. Очень слабый. Рану. Рану. Миш, ты ходишь. Да. Давай попадай. Раз, нападай. Два. Раз, и два. На. У тебя чем? Нет выбора. Абсолютной чем? Победы. Магией. Магией? 24 магия. А у него, да, у меня 13. Ну, храбрости ударь. 23, а у меня 13. Давай. А у него храбрость. Смотри, 6, 12, 25. Ударил? 6, 12 и плюс 13, 25. А у него? 23. Все, ты его еще раз ударил храбрость. Миша, ты молодец. Двигаем луну, кидай компас. Больше мы его храбрость убить не можем. Так, лев, на. Лев, ты зря отошел. Давай. Почему лев? Я ж. Да пусть лев бросит, вот же его этот. Одуванчик нам нужен. Давай. Да, победа. Нет. Он пробивает стену. А надо почему было когда скидывать? Надо, ее нет. А когда ноль, нет, там оно еще оно можно есть. Было пустую, что ли? Да. Слушайте, ну что ж, я трачу два действия, чтобы выйти сюда. И бей. Есть шанс его убить. И третье действие его бью. У кого-нибудь есть три камня на мусор? Нет, серый. Ты сейчас будешь брать, серый. Серый. Я уже туда дошел. Сила 22. Вот у меня сила 10. Магия 12. Давай я его... Давай его силой попробую. У вас одинаково, что сила, что магия. У него на 2 больше. А, ну почему пустота? Вот это вот. Пустоты. Бесполезно, пап. Может, я потрачу вот это наконец? Потрать. Перебрось красный уже наконец. Итак, 6. У меня 16. Абсолютно перекинула победу. Я бы перекинула. Ничего не происходит. Все. Двигаем. Надо серый перекинуть. Он рычит и всех разбрасывает. Хотя бы не жарим. А меня нет. Мой ход. Да. Я выползаю. Два. И бью его силой. Силы у него сейчас 24, у нас полнолуние. А у меня 8 плюс 5, 13. Ну, мне нужно, значит, 11 или абсолютную победу. 11, если я выкину нормально. Магия, бить его, магия. Магия у меня низкая. У меня высокая магия. Абсолютная победа. Ура. Все, я его ударила. Ну все. Ребят, ну давайте. Лев, бери камни скорее. Двигай, накидай. Мама, давай. Три камня. Переводит дух. Смотри, я бы налил. Три камня один. Да, подожди, кот. Ты три камня. Я бы налил на месте. Еще и прокачаться хотела бы. Вернулся на стену обратно. Прокачался. Прокачайся. И потом я следующим ходом его убил бы. Да он умрет. Это ну будет он качаться, нет? Подожди, Лев. Ну это смысла не имеет. Давай. А, пронизывающие чары. Темная туча спускается с гор. Это туча саранчи, пожирающая все на своем пути. Туча замирает и становится все темнее, принимая форму скрюченной старой ведьмы. Замешайте стопку излишков в колоду предметов. Потом возьмите еще одну карту.
Это смысл? Нет. Миша, он не может атаковать. Ему только надежду вот на дуванчик выкинуть и все. У него вообще показатели по нулям все, можно сказать. Потом я приду, убью, там еще два хода надо сделать. Ты еще ни разу не выкинул одуванчик, а ребенок выкинул. Зато его силой вот. Раза два хотя убил. Бы ему теперь драться чем будет. И у него еще один ход, возвращайся назад. Угу. Он взял три камня, раз, два, да, есть все. Он так-то может телепортнуться. Он может телепортнуться. У него еще есть один? Да. Ну а куда он телепортнется? Сюда? Сюда нет. Слушай, ну он может сюда телепортироваться и сюда пойти. Давай, ты можешь, Лев, правда, давай свой телепорт. Что с ним делать? Тратишь телепортнуться сюда, а последнее действие свое, ты как бы не пошел, а вот сюда иди, да. Все. Нет, друг, рано. На, кидай. Кинь так, чтобы был пустой. Кинь так, чтобы было то, а то у нас вот тут два уязвимых места. Пустота! Поворачивается. На. Да он все равно победу А почему победу? Все, он пробивает здесь стену. Берите все Миша, камни. Твой ход. Все камни. Раз. Не успеешь. Я быстро за камнями. Да уже смысла нет, всего два надо убить его. На. Сейчас кубики еще у тебя храбрость большая, сын. Как у меня сила. Я силой буду бить. А у тебя что? Сила 8. У него сейчас сила день копса. Все кубики удваиваются. Может быть, чем хочешь. Это мой день. Это мой день. Есть копс. Это я. Смотри. Это мой день. То есть это 7? Это 14. 14 и плюс 8. Это больше, чем 18. Все, ты на когда победил. Ура. Всего лишь абсолютная победа нужна. Раз. Кидай. Итак. Хоть бы ничего. Блин. Мама. Он поворачивается и бьет. Ты чем? Стоишь на его пути. Абсолютно победа прошла. Что должна выкинуть? Сколько должна выкинуть? Он тебя бьет сейчас красный. 21. 26 он тебя бьет. Магия. Сейчас красный? Да, он сейчас же синий был. 26. Ну, да, он должна 15 выкинуть. Ну, молодец. Ты улетаешь сюда и получаешь ранение. Если ты меня не вылечишь, я не трачу свою способность и лечу твое ранение. Мой ход. Нет, мой папин. Мой ход. Я трачу два действия, чтобы еще выйти. У тебя у самого? Я могу атаковать его только магией. У меня магия 12. У него 26. У него 26. А у него это не должно двигаться? Он уже должен подвинуться, не? Да, вот только подвинули. А, давай. 26. Красная победа. Тун-тун-тун. Сколько считай? 8, 10. 22. Мне 4 не хватает. Ну, как обычно. Перебрось! Да ничего не происходит. Я? Подожди, двигаем компас. После мамы. Он рычит и всех выкидывает. Мама. Или... Или перебросить его, чтобы всех не выкинуло. Пусть всех выкинет. А зачем? Я все равно же потрачу. А, ну перебрось. Подожди. Ладно, перебрасывай. Давай. Перебросим. Просто мы это сразу сделаем пустоту везде. Она то же самое перевернула. Ах, поворачивается ко мне. Бей. Абсолютной победой. Это как заклинатель змей. Он меня бьет теперь 24 магия, но у меня 12 и 8, 20. Наносите рану. Да. Лечи. Я трачу в свою последнюю, чтобы вылечить себя. Я. Да. Я не одну рану. Я трачу два. Я не одну рану за всю игру не нанесу. Это хорошо. Чем он бьет? А вам все он не собирается счетом? Ты бьешь, ты выбираешь. Но ты можешь выбрать только магию. Магия 24. Ты не можешь выбрать то, чем мы уже его атаковали дважды. У меня здесь 11. А давайте на 13. Или усмотри. Не хватит. 10. 23. 21 не хватило? А, нет, 21. Подождите. 6. Здесь 10. 11. 21. А у него? 24. Ну что, может перекинуть? Есть же еще одна. А, нет. Вот, одна не есть. Надо. Не надо. Давай, ничего не произошло. Двигаем. На. Лев тем более не сможет победить. Ничего. Смогу. Е. Я его бью. Мама, тебя бьет. 5.
А что мне не дают? Чем? Он бьет тебе 24 магии, та же самая. А, так же. Может быть, да? Защитилась? Да, все. Все, я его бью. Стой, почини стену. Подожди, ну почини стену. Вот-вот, я его бью. Все. Лев, только магия. Только на тебя абсолютно. Подожди, победа. Ты его надо. Можешь бить 14. Только магии 24. Нет, храбрость у меня. Нет, ты можешь магии. Только магии 24. 14 надо. А зачем ему была храбрость? Чтобы защищаться? 14. Давай, кидай. Нет, подожди. Нету. Нет, стой. 5-9. Я все равно проиграл. 23. Нам будет все, ничего не происходит. Да 20. Вот это надо перебросить. Не надо. Надо. Оставим его на... крайний случай. Чик. Но... на, двигай. Мы бы его только что... На, серый бросай. Давай свою абсолютную победу. Лев. Абсолютная победа. Все, он промахнулся. Бил по стене. Да, ребят, да ну давайте, ну чуть-чуть, Миш. Но... Да, я, бил короче, магия у меня 12. Мне надо выкинуть 12. Это возможно? Все, да. Начинаем. Абсолютные победы, все возможно. Ну, все. Все, все, 11. 10? 10 ты выкинул. 22. Давай тратим переброс. Да. Серый перебрасывай. Серый перебрасывай. Только сейчас. Да! Ну, сейчас еще и проиграем. Все, ничего не произошло. Двигаем. На, кидай кубик. Антон. На, он тебя же бьет. Сейчас абсолютная победа. А чем он меня бьет? 21 храбростью. У меня 13. Победу. Я его защитил. Нет. Ну давай так считать. Ну смотри, это 5. Он тебя бьет 21 храбрость. 9, 12. У меня плюс 13, 25. Все. Ну почему так не так? Я хожу. Все итак, зависит от кубика. Все я... зависит от кубика. Так. Выхожу за два действия, и последнее действие я вот такую. Если ты его сейчас не наатакуешь, нет, так, как следует. Магия 19, у меня 12. Все, мы добились. 7, давай. Новолуние. 7, давай. Давай. Абсолютная победа. Все. Все. Ну там все удвоилось, утроилось, усмирилось. Все, мы его победили. Это была очень сложная игра, очень сложный да, вот бой. Да. Особенно магия. А, в общем... Зато Лев без ранений. Угу. Без одного. Я просто жив был всегда. Ты просто не бил его. А, нет, да. Ты его бил. Бил. А меня никто не убил. Бил вот и вот меня не убил. Все, партия у нас завершена. Нам удалось победить Марноеда. Как вы поняли, да, игра строится следующим образом. То есть первую половину нужно изгнать кошмаров. Потому что если они останутся на поле, то вот Марноед будет пытаться выйти, а вы в это время еще будете ходить и кошмаров побеждать. Нам удалось победить кошмаров до вообще пробуждения кого-либо, да, и до прихода Марноеда. И если вы не соберете себе предметы, да, то вы не сможете победить, да, останется надежда только вот на это. Поэтому первую половину игры Марноед в любом случае придет, да, просто вам нужно максимум подготовиться. И в принципе. Я отдельно хотел отметить сложность игры. Конечно, на сложном уровне, я даже не знаю, мне кажется, невозможно всех кошмаров изгнать до прихода Марноеда, потому что вы там только за одно действие берете один оберег, да, и за одно действие выкладываете один оберег. В этом плане очень сложно. И легкий уровень, да, отличается, на первый взгляд, просто поворотом вот одного диска, да, то есть диска на одно деление. Но на самом деле это большая разница. Если вы начнете с единичкой, то у вас очень большие шансы изгнать всех кошмаров. Когда вы начинаете с двоечкой, то 1-2 кошмара как иногда бы... Иногда пробираются. Не то чтобы иногда, а чаще вы успеваете изгнать только 2-3. То есть, ну, нам вот удалось изгнать всех четверых. То есть, одно, казалось бы, один поворот деления, но играет хорошую роль. Да и в целом, по своим мыслям, игра оправдала свои ожидания в следующем плане. Во-первых, она интересно играется, да, и она на такой на планирование своих действий. Ты пойдешь сюда, я сюда, мы возьмем то, да, пойдем вот таким кругом будем ходить. Да, то есть эта игра не про битвы, ни в коем случае, типа, про что стратегии. Мы со всеми ходим, бьемся, а именно про планирование, да. И битвы, как вы видели, проходят легко, просто броском кубика. Партия длится недолго, это ее тоже плюс. Собирается, то есть, как бы вот, казалось бы, компонентов много, но
Они реально прям вот очень быстро достаются из коробки и также быстро убираются. Она минут за 5 раскладывается, минут за 5 собирается. В этом плане у нее плюс, несмотря опять же на обилие компонентов. Вот. Время партии плюс, и в целом по механикам, да, мне, да, ну, буду говорить за себя, мне нравится. Мне детям тоже нравится. Тоже, вот, нормально. Вот, да. Очень классная игра. И то, что это кооператив, тоже плюс, потому что приятнее играть одной семьей вместе, нежели друг против друга, да. Ну что ж, надеемся, что данное видео было интересным, но самое главное, оно было полезным. Если были какие-то ошибки, ну, не всегда успевается за всем уследить, но... Примите, да, простите. Да. Я только одну вот заметил, что мы забыли подвинуть. Компас. Компас. Ой, луну. Луну. И надеемся, что данное видео было интересным, а самое главное, оно было полезным. Если это так, мы очень рады. А на сегодня всем спасибо за просмотр и всем пока. Пока.